Зверски избитого жителя Кривого Рога Артема Белого обвиняют в поджоге дома нардепа от Народного фронта Юрия Березы. Мужчина в больнице, там ему и вручили подозрение. Напомню, 24 сентября Артем Белый якобы пытался проникнуть в дом Юрия Березы. Полиция задержала его. Правда, Белый больше был похож на пострадавшего. Врачи диагностировали у него перелом 4 позвонков и травму грудной клетки. По информации СМИ, его до полусмерти избил Юрий Береза. Дело расследует областная прокуратура.